создавали с нуля на семи ветрах. Многие начинали работать в палатках. И вот с сегодняшнего дня мы оказываемся вне закона. Мы оказываемся барыгами, контрабандистами. Мы, которые создали сами себя с нуля, создали рабочие места. Такие же люди работают у нас, получают зарплаты, кормят свои семьи. На каждого ФОПа 5 смежников получается минимум. После принятия и введения в действие этих законов, этих драконовских проверок, мы провели социологический опрос, незалежный в группах. Так вот, 60% в группах готовы закрыть свой бизнес, уйти в тень. 10% готовы пробовать бодаться с сетевиками. Пробовать. Но самая страшная цифра, 30% готовы уехать из страны. Господин президент, вы готовы, чтобы 30% здоровых, молодых, крепких, красивых, репродуктивных предпринимателей уехали из нашей страны? Вы готовы к этому? Мы нет. Мы будем отстаивать свой бизнес, мы будем биться до конца, нам терять нечего. 26-44, 26-45, 26-44, 26-45.